Дюрлица. У нас собрано по на данный момент 70 606 гривен 73 копейки. Значит, физическими лицами перечислено 62 157 гривен 61 копейка. Вот. Продолжается поступление вот, от предприятий, учреждений, организаций. В том числе хочу вас проинформировать о том, что в областной администрации практически во всех структурных подразделениях принято решение госслужащими однодневный заработок перечислить на этот счет для нужд вооруженных сил Украины. В основном это горюче-смазочные материалы, это дизельные станции для работы в полевых условиях, это, допустим, те же блоки для оборудования позиций, это техника, которая используется для там, сооружения каких-то укреплений, фортификационных сооружений, ну и другие материалы, которые необходимы. Ну, в основном это речь идет о ГСМ, горюче-смазочных материалах. Как что средства направляются не только на нужды вооруженных сил, в том числе и внутренних войск. Вы видите, что в областной администрации постоянно находится определенное количество людей. Это и служащие вооруженных сил, и внутренних войск, и милиции. И, соответственно, необходимы горюче-смазочные материалы для подвоза этих служащих в областную администрацию. Ну и также мы, как я уже сказал, взаимодействуем с теми подразделениями, которые участвуют в военных учениях на территории Харьковской области. Также проводится мероприятие Харьковским погранотрядом по обустройству границы. Это тоже затратная часть, достаточно немаленькая.